на жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники, геройські, загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкцией Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Chào mừng các bạn đến với kênh GMC Now 24 giờ, kênh tin tức chọn lọc các tin tức từ khắp nơi nhằm giúp quý vị có thông tin thú vị nhất. Hãy bấm đăng ký kênh và nhấn like ủng hộ để luôn được cập nhật tin tức mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.